Мне кажется, что мы в целом находимся, с одной стороны, в очень такой рискованной ситуации, потому что на нас среда сейчас оказывает очень неблагоприятное воздействие, и нам надо начать обороняться от этой среды. Да, не пытаться под нее подстраиваться, а пусть этот мир лучше прогнется под нас. И его надо перестраивать, а для этого нам нужно хорошо знать, как работает мозг. Вот рассчитывать на то, что мы сможем как-то существенно изменить жизнь, что мы сможем начать по-другому мыслить, что мы сможем справиться с этими цифровыми зависимостями, информационными потоками там, и так далее, не понимая, как работает мозг, очень наивно. Вот. Поэтому у нас сейчас счастливое время, потому что эти знания начали приходить, но если мы их не будем интегрировать в собственную жизнь, это, конечно, к хорошему не приведет. Надо заниматься мозгом.